Здесь представляется размышление о музее, наверное, каждый автор с каких-то своих произведениях не обошел мимо процесса возникновения всего того, чего пишется. В одной из книг было опубликовано интервью с Высоцким, и у него спросили, почему любите своих друзей. На что он ответил: если знать, за что я люблю своих друзей, то это будет уже не любовь, а хорошие отношения. Так вот, наверное, если по поводу написания и появления музы, если узнать, наверное, откуда она появляется, до конца узнать, то, наверное, больше никогда не меняется. Лучше не знать. Размышления о музе. Для них как гематома, а телемузы.